Надо идти за ней. Всем привет, это канал Туманов Плей, с вами Владимир, и мы продолжаем приключения. В игре Uncharted Утраченное Наследие. Хлоя бежит, Надин с ней где-то, и мы идем по пути приключений. Мы где-то в Индии, и... Вот она, награда за честность. И вот она, награда за честность. Надин втащила мне в челюсть и убежала куда-то, села на джипарь. Так, а туда, наверное, и не надо-то идти вниз. Либо как-то аккуратно надо спуститься. Ну уж точно не просто упасть. Вон, по камням, пошли сбоку. Так что она офигела, взяла мне по челюсти дала. Вот, аккуратненько сейчас спустимся и пойдем. Ну, правда, дождь начался. Но дождь нам не помеха, как обычно. Как обычно, он заканчивается. Но без джипаря, конечно, это тяжеловато все. Намного дольше получается. Была не была, поехали вниз. По говнищу поехали. Все, приплыли. Ну, хоть не уронила достоинство. Ладно. Еще и не так бывает. Так что это ничего страшного, что ты прокатилась так. А куда теперь? А куда теперь? Ну, наверное, надо идти вниз. А, вот, зацепиться можно. Ну, не так только зацепиться. Подойди вот сюда ближе. Все, полетели. Вот тебе на. Кусок дерева обломался. Я поняла тебя, Вселенная. Вселенная не хочет, чтобы она туда шла. Поняла тебя, Вселенная. Ничего не понятно, давай иди вперед. Кстати, можно вот здесь залезть наверх. Так, попробуем. Давай, давай, сейчас опять что-нибудь упадет на башку. О, уже открыто. Есть обезболивающее. А, отлично. Все, супер, полная амуниция. А не надо бросать мне, подожди. Чего хотят, куда, чтобы я бросил-то? Ой, не надо так. Активация. Не туда, надо было вот сюда кинуть. Ох, как шарахнул он. Давай еще разочек. А, у меня больше нету, надо взять еще. Давай, кидай. Отходим. Активация вниз, стрелочка, все, пойдет. Это по-нашему. Конечно, по-нашему Дрейк тебя научил, по-любасу. Нейтан Дрейк, это все про него было. А тут на тебе про девчонок решили историю рассказать. Ну поехали, поехали, опять по говнишку. Кто там? Тихо, нафиг мы сюда вообще так попали-то, не в тему. Прикинь, удалось уклониться, он даже не заметил. Джипарь! Это Надин здесь на нем ехала. Она хоть жива, нет? Так, ладно, раз он тут гоняет, надо быстренько пробраться вон в ту сторону. За камень, чтобы не заметили. О, чувак, чувак, осторожно. Как сесть? Надо как-то незаметно подкрасться. Пешком далеко уйти не могли. Пошел нафиг, развернись, я к тебе сейчас подбегу и объясню, где мы. Потеряли они нас, понимаешь. О, этот едет. Опасно, опасно, опасно. Быстрее залазить, сюда перелезть, все, спрячься. Тихо, тихо, тихо. О, чувак. Ты давай молчи пока. Еще один. Все хорошо? Да хорошо, все нормально, ты че, блин. Все, тихо. Не заметили. Давай с глушителем возьмем пестик. Вот. Все отлично. Так, давай теперь их потихонечку выцеливать. По высокой траве походим. И нас никто не заметит тогда. Вон он. Вон он стоит. Так, ну давай этот чувак проедет сначала. Он катается по кругу. Готов. О, плохо. Вот это плохо, очень плохо.
Это вообще как плохо. Ну, может, он дальше поедет уже, а? И не будет на меня нарываться. Так, тихонько. А, он сюда едет, ё-моё. Он впалил меня. Давай, кидай. Полетели. Да кидай. Ну все, началось, мне кажется. Сейчас уже будет погром жесткий. Вот, чувака надо убрать. Готов. Ништячено. Только вот это вот не хватало мне, блин. Ай, сейчас прибьют. Полетели. Давай быстрее, пока... Тут что-то нажать надо было. Ладно, запоминаем, короче говоря, надо будет нажимать. Надо быстрее наверх и того чувака прибить, который вон там стрелял. Сейчас мы до него допрыгнем. О, давай РПГшечку возьмем. Где он там катается? Ну-ка. Погоди, этого с пестика вообще надо убрать. Где этот барсук катается? Сейчас подъедет, мы ему дадим. Дадим мы ему сильно. Надин, не ранена? Не можешь не пнуть осиное гнездо, Фрейзер. Слушай, мы ничего не сможем сделать, пока тут эти гады. Надо найти взрывчатку. Так, ну чё, нам его надо как-то прибить, но мне надо ещё РПГ одну. Или у меня где-то ещё патронов взять. Либо пробежаться, может быть, ещё найдём чего интересного, а? Ну вот Надин нас швырнуло, короче, просто. Стоп, а чё мне РПГ-то вообще это? Патронов-то нету, сейчас вот так кто-нибудь нарвётся и всё, чё делать? Давай свою пушку-то отыщем. А-а-а, вообще не туда, блин. Да пошел ты нафиг. Тихо. Не надо так лупить. Дай, подожди, выйду. Где я свою пушенцу оставил? Где-то вот тут наверху я залазил. Вот здесь РПГ была. Вот моя пушка. Так. А что я еще могу сделать? Ну-ка, давай-ка. Может быть, здесь найдем чего. А, вот Надин же точно бегает тут. Давай покрутим, а? Хороший, или что, как разобраться-то с ним надо? Хорошо, давай тогда еще РПГшечку искать. Вон там ящик есть. Вон она спряталась. Она-то спряталась, но мне как-то надо туда пробраться теперь. Во, пошли. Где еще? Дайте РПГ.
Ну давай попрыгаем, может быть, правда, найдем что-нибудь. Тут по кругу можно прям прыгать, скакать. Ну и все, больше-то ничего. Так, а если вот сюда, на башню на эту залезть? Может, там где-нибудь РПГшечка есть, а? Так, а что у нас, карта есть какая-нибудь, нет? Ни карту, ничего не открывает. Я же ему разок шарахнул, нормально же было. Ну, и куда? По-моему, я уже полазил там, где мог уже везде. Может быть, тут еще не был, не знаю, сейчас посмотрим. Вот какая-то ваза или что это? Как это все активировать? Надо, походу, и этого вырубить сначала. Задолбал кататься. Надин еще куда-то убежала. Ну, что мне делать? Что он там бегает? Давай-ка, иди к ней. Может, она подскажет, а? Она бегает и бегает что-то кругами. Ладно, все равно найдем выход. Как его победить? Давай думать, искать, где чего еще не прошли мы. А, вот тут вот ящик какой-то стоит, смотри. Мы его сейчас откроем. Если, конечно, не заметит. По-любому РПГ здесь лежит. Ну, давай. Отлично, и он ко мне сюда приехал. Прикинь, ты что, дурак, что ли, совсем? А, иди нафиг отсюда, а. РПГшечка, давай. На. Вот и все. Вот и... Вот и весь разговор был, надо было всего лишь ящик этот красный найти. Чё там, опять кто-то едет, что ли? Кто еще там? Подкрепление, чтоб его. Да подкрепление-то фиг с ним, мы сейчас их раскидаем быстро. На, вот так, раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три. Раз, подожди, патроны. Раз, два, три. Следующий. Да подходи поближе, что тебе, я издалека, что ли, буду стрелять в тебя. Вот и все подкрепление, как будто его и не было. Давай крутанем уже, а. Все, порядок. Вот, видишь, какой-то типа колокол, что ли, повернулся. И открыл нам дорогу. Ты врала мне в глаза. Я не врала. Я просто умолчала про Сэма. Охренеть. Асаф нас обходит. Нам нужно спешить. Нам? Вот черт. Слушай, я... Говори уже. Ладно, раскроем карты. Ты мне нужна. Раньше надо было думать. Без меня ты Биви не найдешь. Но облажалась я. Да. Это типа извинения? Лажанулась немножко. Если это успокоит твои нервы, то да. Слушай, нам обеим тут есть что потерять. Разве нет?
Имей в виду. Для меня главное Бивень. Не Сэм Дрейк. И уж точно не ты. Как скажешь. Ну, пойдем, заходим в этот колокол. Сейчас как крутанет нас куда-нибудь, ну, я не знаю, в другую сторону повернет, в измерение, в другую. А нет, тут просто лестница вниз, и все. Я уж думал, тут магическое что-то. Ладно, идем дальше. Что ты делаешь? Заметаю следы. А, вот она решила нас закрыть здесь. Ну, все, мы остались тут навсегда. В этом склепе. Не знаю, куда мы, кстати, идем вообще. Вообще просто спускаемся и все. Ну а на что это похоже? А, тут нормально, смотри. Водичка бежит. Все красиво, все зелено. Что они такое делают? И сейчас какой-нибудь монстр выскочит. Куда дальше-то? А, вот дорога, пошли вот сюда. Еще ниже. Аккуратно, давай потихонечку. А вот это что такое? Открывай. Нажимай. Ух ты. Короли повели своих людей в эти туннели. Что? Мы нашли не вход. Мы нашли заднюю дверь. Да какая разница, главное зайти заднюю дверь. Задняя дверь, что, не вход? Похоже, ступенчатый колодец. Ты не слушаешь. Слышишь? Теперь да. Крысы ползают. Аккуратно, не наступи только на живность. Да хорош, еще и летучие мыши. Ну давай, сейчас мы пройдем, это все нормально будет. Что это? Не знаю, но это близко. Давай, проходи. А вот теперь наверх. То вниз спускались, то теперь наверх. Во-во-во-во-во-во. Слоненочка задавила. Так, а как спасти его? Надеюсь, он не дикий, на нас не кинется, слоняра. Ну-ка. О, тихо, не бойся. Застряла. Но вроде не ранена. Похоже, из-за тех взрывов тут все обрушилось. Спокойно. Не бойся. Сейчас мы тебя освободим. Ну, давай, поднажми посильнее. Сейчас колонну эту опрокинем. И поскакали на слоне. А теперь держитесь. Стой ты! Надо слезть! Чё стой-то? Успокойся ты! Да всё, уже пойдём. Обеим! Не будем слезать, тише. Нормально же катимся. Тише. Вот так. Вот так вот. Куда она нас несёт? Куда захочет. Подожди, сверху что-то. Вот. Хочешь поесть? Экзотический фрукт. Будешь? Похавай маленько, пока едем. Не, ну так-то красиво здесь, чертовски. Посмотри, как, а. Красотища. Крысотища, я бы так сказал. Крысы бегают там. Видишь, слон как будто знает дорогу. Верхом на слоне. Да, красивый слон. На мышь похож. Смотри. Куда он нас везет вообще? Ты что, фрукты выкинула, что ли? Не надо было выкидывать, с собой бы забрали. На рынке торганули.
Слушай, я... У меня вообще проблемы с общением. Ты эгоистичная сволочь. Да. Да, все, поехали дальше. Все так. Да можете молча ехать, нормально все. Да. Вас никто разговаривать не заставляет. Ну, слыхал, папа? Хоть что-то я переняла. Что с ним случилось? Он не умел вовремя остановиться. Получил от Министерства культуры финансирование очередной экспедиции. Убедил их, что он на пороге открытия. Как всегда на пороге открытия. Но на его лагерь напали бандиты, и тело нашли через месяц. А мне осталась эта побрякушка. Сочувствую. О, да брось. Это был его выбор. Ну, слушай, Фрейзер, тебе не нужно... Да-да-да, вам не нужно болтать. Я думаю, бежит. Останови ее. Попроси их послановить. Давай сейчас. О, полетели. Еще и поплаваем. Так, слоны умеют плавать? А, тут мелко. Так, ну-ка, что-то там интересное. О, целое стадо. Вот куда она так спешила. Так она маленькая, а эти здоровые. Так вот, по поводу Сэма. Ладно, я поняла. Проехали. У нас у всех бывают проблемы. Давай мы просто об этом забудем. Ладно. Хорошо. Пошли. Даже если сегодня у нас больше ничего не выйдет, мы хотя бы воссоединили семью. Ага, только близко не подходи. Тихо, 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 сейчас порубает меня. Ладно, я не специально, давай рядом обойдем. Стоп, давай хотя бы зафоткаем. Сейчас клевая фотка получится, между прочим. Ну-ка, давай глянем. Ну, спасибо. Давай, вставай. Немного подвинься. Хорошо. Теперь немного наклонись и протяни руку. Что? Ага, типа такая за слона подержалась. Большое спасибо. Так гладить безопаснее. Ну-ка, покажи, что получилось. Вот, типа погладила. Пойдет. Давай, пошли, нам делать нечего, что ли, здесь больше со слонами прохлаждаться. Наверх надо. Я давно не видала слонов, но они же обычно побольше. Нифига там здоровые. Американских слонов, а это индийские. Эти тоже большие, что ты, вот нормальные слоны. Не надо против слонов этих. Маленькие, маленькие. Берем, что нужно. Неплохо. Так, давай. Стоп. Открываем и забираем. О, как хорошо, сейчас поживимся, смотри. А, такая же ружбайка. Не, другая немножко, ладно. Ладно, пофиг. О, патроны, патроны, погоди. Вот здесь где-то были. Все, можем идти дальше. И, а, вот наверх. Есть один путь наверх. А, вон цепляться надо. Погнали дальше, вперед. Погоди, а что с веревкой? Я же зацепился. Ну-ка. Ну, и что? Почему она не прыгнула-то в тот раз? Я вижу, там вот надо зацепиться. Посильнее раскачайся, чтобы я мог прыгнуть нормально. Во!
Так, надо повыше прыгнуть. Во. Нет, надо, значит, левее. Вот так пойдет. Надин, не отставай от меня. Надо быстренько здесь пробежать, пока нас никто не нашел. Хотя, кто нас тут найдет? Здесь никто не ходил давно уж, миллионы лет. О, вот эта статуя тут спряталась. И мартыхи прыгают. А, ну вот как раз на нее, на пику на эту и надо прыгнуть. Продолжаем свое движение. Идем дальше. Аккуратно. И погнали вверх по лестнице. Эй, там наверху. Я вижу свет сквозь воду. Там светло, там реально выход. А как пройти-то теперь? А, вот стоп. Сюда не надо. Сюда нет, не пускают. Хорошо, ну ты видишь-то видишь, а как пройти-то теперь? Попей хоть водички. А, вот нормально все, прошли. Утраченное наследие. Ну, об этом, ребята, уже в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Поставьте лайк видео. Подпишитесь на канал. Нажмите на колокольчик, чтобы... Не каждый день выпадает увидеть тайный город, который много веков никто не видел. Чтобы не пропустить уведомления. Кроме Осава. И можете поделиться с друзьями. Кроме Осава. И его людей. И его людей. И его людей. Всем удачи, всем пока. Готова? Ты все удовольствие испортила. Понимаешь? Я готова.